Алло, здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Нормально меня видно? Да, хорошо. Хочу представиться. Я из города Красноярска. На данный момент по работе нахожусь в городе Лангепасе, Ханты-Мансийского автономного округа. Я православного вероисповедания. Мне очень приятно то, что появилась возможность с вами пообщаться. Выражаю благодарность за интересные лекции ваши и за многие ответы, которые я в них нашел. Я расстроен тем фактом, что против вас и Алексея Ильича Осипова в интернете попадаются такие озлобленные комментарии людей, намного младше вас, в том числе считающих себя религиозными деятелями. Напомню, что помимо почитания старших, Святое Евангелие говорит, что если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. И только если он не послушает, тогда принимай иные меры. Никто из них не то что не приезжал к вам, но даже не вступал с вами в прямой видеодиспут. К примеру, допустим, вы не правы. Вспомним пример Оригена. Наряду с ересью апокатастасиса его влияние и при жизни, и после смерти были огромны. Среди его учеников был знаменитый святой Григорий Чудотворец, который написал такое похвальное слово своему учителю, что становится удивительным. Он, в конце концов, является автором термина «бога-человек». Ваша жизнь наряду с неоднозначными воззрениями с точки зрения христианской догматики выражает уважение. Вы прошли с проповедью Евангелия множество стран, и плоды ваших трудов – это прихожане православной церкви, а не протестантских приходов. Для описания ситуации подходит ссылка на Святое Писание. «Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой зависит от того, что я добр?» Матфея, 20 глава, 15 стих. Вот, я как бы хотел предложить пять тем на обсуждение. Первая тема – монашество. Вторая тема – смысл жертвы Христа, нравственный или юридический. Третья – смысл таинств исповеди и причастия. Четвертая – почему дохалкидонские церкви не являются истинными, в чем их заблуждение? И пятое, Теодицея. Вот, У нас если... все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Слушаю. Секунду. По поводу монашества. Хотел предложить вот первую тему монашества изложить в качестве моего мини-доклада на 10 минут. И потом то, с чем вы не согласны, вы аргументируете и мне скажете. Остальные 4 вопроса будут просто как бы вопросами без каких-либо моих докладов. Вы согласны? Если вы считали все, что я сказал о монашестве в седьмом-восьмом томе, то да. А если вы не считали, мне зачем выслушивать, когда будете говорить то, что мной уже опровержено? Я, видите, я читал, но я читал ответы на вопросы. То есть вы мне отправляли тогда ссылки и ряд, к примеру, цитата ваша, то, что Николай Чудотворец, его Господь призвал на служение людям. То есть, как бы, я, естественно, ваше воззрение читал, я знаю, то есть и понимаю, как вы аргументируете свою точку зрения. Вот ввиду этого можно ли на 10 минут короткий доклад и Нет, это потом... понимаете, вы не по теме. Конкретно. Вы жития святых все считали? Нет. Ну нет, видите, мы не на равных. Я 12 томов их насчитал. Дальше составил симфонию. Впервые в мировой практике это сделано. И это в интернете стоит. Мы не на равных. Вы не знакомы с житиями святых и тогда пытаетесь говорить на эту тему. Ведь я не против святого, а конкретно, что повеление идти в мир, а не прятаться от мира, а только об этом речь идет. Это герои веры. И монашество нужно, но не в этом виде. Для чего? Готовить проповедников и посылать в мир. Как говорит Андрей Кураев, за 600 лет, 6 столетий – это большой срок. Ни одного Кирилла Мефодия не послали к таурегам в пустыню, а только налоги брали. 2 миллиарда мусульман могли быть православными. Я вот о чем говорю. А не то, что они плохие. Я наоборот. Если один человек, он, конечно, не спутанный, большую пользу приносит.
Я разбираю не одно житие, а 1173. И показываю, где вопреки Евангелию, не вопреки меня или мне не нравится. Монастыри должны докармливать, допаивать проповедников. Иоанн Златоуст это понял, когда уже попал в ссылку. Теперь он дорогой распускает монастыри и посылает на проповедь. Христос наказал. 10 дней монастыри кончились. Дух Святой сошел, и апостолы полетели по всему миру. Я только об этом говорю. И какие 10 минут тут могут быть, тут за 10 лет не вложить? Ну, знаете, например, вопрос о безбрачии. Ведь на количество мусульман также влияет и то, что у них рождаемость их священным писанием как бы, если в христианстве есть в Библии основание того, что безбрачие ценится, то в Коране таких оснований нет. И поэтому здесь изначально уже христианство и не предполагает брать количество. Я за это же говорю. Я об этом-то не говорю. Вы будете говорить в пустоту. Я за безбрачие. Хорошо оставаться одному, Павел говорит. Я за безбрачие. Вы сразу возьмите, у вас уже 10 минут исчезнут. Я за то, чтобы они не сидели, а шли и проповедовали по миру. Господь говорит, сидите в Иерусалиме, доколе не облечетесь силой. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. И они сидели, и когда Дух Святой сошел, они пошли по миру. Речь идет о благовестии. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И как проповедовать, если не будут посланы? За 6 столетий ни одного проповедника не послали. Ну, это не учение Христово, это антихристово учение. Идите и проповедуйте, я вот о чем говорю. И тогда не было бы этой беды-то, никакого ИГИЛа бы не было, ничего. Андрей Токураев об этом и говорит, мы совершенно одинаково понимаем. Я понял, Игнатий Тихонович. Я согласен с вами, что упор нужно делать на проповедников, потому что люди все-таки друг от друга узнают о Евангелии. Но основание говорить, что вот вообще как бы монахов не должно быть, такого основания я не вижу. Потому что, к примеру, в Библии есть Евреев 11 глава, 38 стих. «Те, которых весь мир недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Дело в том, что в Библии говорится о том, что не все категории людей являются проповедниками или учителями. Давайте или апостолы. По порядку, или понимаете, вы будете. Первое, они скитались. Скитались, он говорил, когда монахи были, но ни одного не было. Он говорил о тех, которых гнали, убивали. И они бежали, это все правильно было. Зачем это крепять к монахам-то? Их никто не гнал, они уходили. В Пахоме 11 тысяч мужиков, 11 тысяч проповедников. И все запечатанные сидят. Много монастырей, по 50 тысяч было. И тогда церковь поставила законы. Кто уходит, оставляя родителей под клятвой, то есть проклят. Кто оставляет жену или жена мужа уходит ради благочестия под клятвой, прокляты. Вы посчитайте каноны. Государство начало разваливаться. Господь нигде не учил, что уходите от людей, а наоборот, что возлюби ближнего, как самого себя. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Библию спрятали, никто никуда не пошел. Еще удивляется, что люди стоят столбами, ничего не знают. Тут доказать нечего, нам плакать надо учиться. Оттуда сектанты разные, как Феофан Затворник говорит, всякое злое учение возникает, потому что сидим на месте. Кто это повелел сидеть? Господь говорит, идите по всему миру, идите, ногами шевелите, идите, благословенные ноги проповедников, а мы будем стоять на одном месте, или идите к нам, это обратно, монашество все на месте, если не приходил Христос и не было Евангелия, тогда да, но был Христос, учение Христа на земле, Дух Святой пришел, и он говорит, сидите в Иерусалиме, монастыри Христос создал, 10 дней,
10 дней, все кончилось. Идите, как Златоуст говорит, и разлетелись, как орлы по всей вселенной. Даже намека нет на то, чтобы от народа прятаться, миленькие мои. Что тут понимать-то? В 4 веке только начинает это делать, когда государственная религия стала. На 4 веке что, не спасались? Да по всему миру как раз распространилось. И вот в России 1275 монастырей, и что получили? 57 тысяч храмов. Что получили? Революцию. И кто делал? Православные. Православные. Туда не баптисты пошли, не староверы в революцию. Почему ничего не знали? Один это хорошо, я за безбрачие. Двумя руками. Но не прятаться, а идти в мир, проповедовать. Идти благовествовать, нести благую весть. И люди будут рождаться. Почему? Как Дворкин пишет, каждые 2 минуты рождается новый иеговист, свидетель Иеговы. Почему? Они от двора к двору идут. Идут. Вот вчера только мне, сегодня ночью скинул священник, не очень расположен ко мне, говорит, ко мне пришла женщина из баптистов, но она пришла через ваши ресурсы. Сообщается, не один, не два, а тысячи людей пришли, а я не, я мирянин, то есть чтец всего только. Живое слово дал людям, и все переменилось по-другому. У меня свидетельство в тюрьмах, в лагерях, на заводах, на фабриках, университетах, по радио и везде. Без слова Божия мертвая пустыня. Там ничего нету. Египетские были монастыри, египетские Антоний, Макарий, где там что? Там ничего нету. Даже свечку Андрей Курак говорит, не могу затеплить. Нам надо научиться мыслить категориями Писания. Монашество защищать. Все это прекрасно. Если не было Евангелия, нет Христа. При одном условии. Нет Христа, значит, монашество на первом месте. А Христос был, значит, идти за Христом. Придите ко мне, он говорит, ну не к монахам. А дальше следуй за мною. Иди в мир. Иди проповедуй. Иначе зарытый талант я взыщу с тебя. Тут не говорить надо, а плакать. Что мы сделали со страной? Пустыня. Патриарх Кирилл проехал до Востока, вернулся и говорит, духовные развалины, все уже сектанты захватили. Чего мы трясемся-то, когда ничего нету? Совершенно ничего нету. Сегодня, завтра Феофан Затворник говорит, надо переводить Писание, это богослужение на родной язык. Люди-то не понимают ничего. Что тут? Тут вообще нечего доказывать, если нет Христа и нет Святой Библии, тогда все на месте. А если это есть монашество вне закона? Оно принесло зло больше, чем масонство, фашизм, коммунизм вместе взятые в сотни раз. Они заблокировали Ивановскую проповедь. А семени нет, ничего не сеет. Вышел сеятель сеять, а он не вышел. И он не сеял. 4 категории земли, ни одной нету. Нету. Ну, представьте, это 11 тысяч монахов, это дивизия. У одного только Пахомия. 11 тысяч, и никого никуда, за столом нельзя говорить, идут, нельзя говорить, нигде нельзя говорить, вы уставы не знаете, если бы вы почитали уставы, это у меня 7-8 том, вы ужаснулись бы, это Освенцим, ни посылку получить, ничего нельзя, и если он на работу выводить, только через 3 года пребывания в монастыре, он сделал побег, все, самое смертное наказание тому бригадиру, через которого сбежал, с собаками ищут, вы почитайте уставы какие. Это садизм сплошной. Еще делали, чтобы закабалить человека. Это уставы, уставы Венедикта. Посчитайте, это самые святые. Да где это видано? А где любовь? Сын пришел с сыном. Испытывает, не кормить, не поить, вша заедает его. А он еще сапожник. Бери его, брось в реку. Он хватает, бежит и бросает в реку. Это что, Божье? А другому бери его в печь толкает. Он ребенка в печь толкает. Да это не Освенцим даже, это хуже. Вы просто не знаете, о чем говорите-то. Я составлял симфонию. Это 12 томов доброта, это Дмитрия Ростовского. Я почти на 10 раз прошел их, пока добился составления симфонии. Каждое житие, я его на десятки раз прошел. И показал, где евангельское, где не евангельское. Не евангельское почти на 100%. А как надо было? А как? Мариинская обитель. Обед не давали. Сестры. Ухаживать за больными. Она полюбила там безногого, подошла матушка Елисавета. А мне вот Семен понравился, зовет в деревню. Поезжай, матушка. Они живут и спасаются. А это свяжут законом. Друг на друге женятся. Садомизм такой. Посчитайте, что Андрей Кураев открывает. Что защищать-то тут? Тут надо реветь и плакать. Что мы сделали с православием? Павел не замкнутый был. От конца до конца вселенную прошел.
А сидел бы, никто не обратился нигде. Мы вот проехали ни день, ни два, 600 городов прошли от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. И не было момента, где бы люди не желали слышать. Нигде. Нигде. Мы ехали не просто так, а я дарил 38 книг каждую библиотеку. Бог! И выхода никакого нет. Монашество вне закона, то есть вне Христа. О монашестве говорит сегодня может человек, который совершенно его не знает. Евангелие не знает и монашество не знает. Миленький мой, да о чем вы? Игнатий Тихонович, можно теперь сказать? Во втором послании Петра, 3 глава, 16 стих, говорится о двух категориях людей, которые к собственной погибели превращают проповедь Евангелия, невежды и неутвержденные. Так, Поэтому прочитайте это место, прочитайте, давайте по нем говорить. Прямо считайте и рассудим. Откроем как Бог блаженного говорит Фатилакта толкование. об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Ну что именно конкретно? Покажите. Что-то где-то то Павел, Петр говорит. Говорит о посланиях Павла, которые люди извращают. Что извращает? Где конкретно? Они, те люди, о которых говорит, не признавали тайны воплощения Христа. О чем он говорит в послании к римлянам? Ну нельзя это навороты делать и не зная, о чем говорит. Петр-то знал, о чем говорит. Мы должны выделить эти места. О чем он говорит? Речь идет о воплощении Иисуса Христа, больше ни о чем. И все. А мы должны проповедовать, мы православные, веруя во единую святую соборную апостольскую церковь. Тут толковать не надо. А он сказал, Петр, да, сказал, но говорит не о том, что я хочу, и туда в эти слова натолкаю теперь. Мы Божью Матерь признаем, молимся святым. Мы должны определиться. Ряд ересей возникло после жизни апостолов. И то, что невежды и неутвержденные были и после жизни апостолов, понятно, как бы по их плодам, по плодам Ария, по плодам ряда других ересей. То есть были такие люди, которые проповедовали к собственной погибели. В Деяниях апостолов в 9 главе 36-41 стих говорится о том, что было собрание вдовиц. Смысл их жизни был в том, что они молились. То есть там описывается глава о воскресении Тавифы. Вот. Также интересно, что я хотел заметить, то, что юродство тоже упоминается в Библии. Это, Так, например, по порядку давайте. 36 стих. В Иоппе находилась одна ученица именем Тафифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милости. Никакая ересь тут. Сразу говорите, а. нет, с 36 по 41 стих. Ну, дальше мы прочитали. О чем здесь речь-то идет? Нам надо. Вот назвали место, мы сразу рассудили, посчитаем, где здесь какая ересь-то? Нет, здесь нету. Я же говорю о кусочке, как бы, которые нужно читать. Я могу прочитать его дальше. Ну-ну-ну, а о чем здесь? Вот вы это место привели, а с какой целью? В чем-то, ну, заметили, что не так или что? Нет, я его привел, потому что здесь считаю, что единый кусочек текста, который рассказывает о Тавифе. То есть дальше говорится о том, что она умерла, и выяснилось, значит, в 39 стихе. Петр встал, пошел с ними. Так. Он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. То есть Серна жила с вдовицами, Но которые молились. это еще монашество или еще? Ну, Откуда взяли? Это зачатки. сроду не слыхал, что даже это место к монахам. Вдовицы, да у нас тут вот они рядом живут в одном месте. Пять бабушек, и что это? Монастырь какой? Нет. Умерли родственники, никого больше нет. Она жила вдовицами, и что такое? Что тут за уши притягивать кисель на шубу?
Тут ничего нету, ни о каком монашестве, даже намека нету. Ну зачем это глупости-то говорить? Ну, Игнатий Тихович, хорошо. Иеремия, 13 глава, с 1 по 9 стих. Так, давайте потихоньку сейчас открываем. Книга пророка Иеремия, 13 глава. 13 глава и что? С 1 по 9 стих. Так, минутку, подождите. Говори. Да, да. Спаси Христос. По милости Божией, братья на благовестие ушли, я дома. О чем нет и в Библии, о том не рассуждаем, говорит Иоанн Златоуст. Все. Ну вот и поищите, поищите. Ого! Ну, так, ну, да, второй вариант, он не говорил этого, а говорил то, что в Библии нету. Говорил о пророке Илии. Когда говорили, а где пророк Илия, он говорит, что... Он говорил о пророке Илии. Он говорит, взят на небо, а где? Чем занимается, не знаем. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Добрый. Когда Иоанна Златоуста спросили, где пророк Илия, чем он занимается, он говорит, что взят на небо, знаем. А чем занимается? Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. То есть глупостями не занимайтесь, за каждое слово придется отвечать. Вот так он осадил свою паству. Да, его спросили, где Илия находится в данный момент и чем он занимается. Он говорит, Библия молчит, мы зачем будем придумывать-то? Это у Иоанна Златоуста 12 томов. Ты по симфонии открой, посмотри, пророк Илия, заряди. И по нему найдешь. Да, у меня ничего нету, и книги все отдал. Да, конечно, это пророки Илии, такое слово. Все. С Богом. Понимаешь, поговорить не дадут, тут вопросы. Так, и считаем дальше. Что с первого стиха? Иеремия, 13 глава, с 1 по 9 стих. Я могу прочитать. Давайте, пожалуйста. Так сказал мне Господь, пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. Я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там в расселенной скалы. Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. Я пошел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Аналогичная в Иезекииле 4 глава с 4 по 10 стих. Так, там... подождите, Иезекииле 4 глава, сейчас я открою. 4 глава, какие стихи? С 4 по 10. Хорошо, читайте. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева по числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. Я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе. И обрети лице твое, и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима, и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд. Сделай себе из них хлебы по числу дней, которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом
по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. То есть пример юродства явный. Какое юродство? Какое же тут юродство, когда прямо говорится, что день за год, чтобы народ видел. Конкретно показать, юродства никакого не было здесь. Даже намека. Я гордость Иуды и великую гордость... так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Ну хорошо, взял пояс. Это говорит о близости к Богу. Пояс должен быть на чреслах. А сегодня любого возьми, пояса-то нет, без пояса ходят. Это как раз признак того, что люди далеки от Бога. Никакого юродства даже намека не было. О юродстве вообще речи нету. Ну, зачем ему Бог говорит взять пояс, пойти в расщелину, уйти, потом опять вернуться, взять пояс? Я объясняю вам для чего. Для того, чтобы показать, когда пояс на тебе, близко к твоему телу, он целый. А когда он в стороне, подвергается всяким условиям, температурным дождям, и он портится, так и вы, отдаляясь от меня, беззаконники, вы сгниваете в грехах ваших. Господь на деле показывал, на образцах. И в Новом Завете также было. Возьми меч. Для чего? Не то, что обороняться. Один меч и тот вложи в ножны. А что на вас будет гонение. На это толкование дают блаженна Феофилакт. Я не могу придумать толкование. Я не толкователь. И здесь никакого юродства, даже намека нету. Это буквально было исполнено. Бог сказал, он выполнил. Ну, воспротивился, чтобы не на человечьем кале готовить. Зачем же это придумывать, говорится, за уши натягивать? К юродству еще лучше. Первый раз слышу. Вот, допустим, Феодорит Кирский толкует Ветхий Завет, но он нигде на это не посягает, что это было юродство. Какое юродство? Где? Это люди считают юродством. Люди. То есть какой-то плотник, а он вас спас. Проповедь о Христе считает юродство. Они считают, а не то, что это юродство. Юродство – это безумие. Безумием люди считают, люди. А не то, чтобы мы предварялись. Это понятно. Апостол Павел говорит о том, что мы безумны ради Христа. Да, ради Христа нас считают глупыми. Христа. То есть люди считают безумными, глядя со стороны. Да. То есть люди привязаны к миру. Да. Вот. Но ведь есть пример блаженных, которые своей жизнью также вдохновляли и также несли великий смысл в своих действиях. То есть святой блаженный Симеон. Вот. То есть, и, между прочим, среди тех, кто молчал, среди монахов, Андрей Рублев, то есть... монах, который взял обет безбрачия, но при этом проповедь... Так, еще минутку, подождите маленько, опять звонит. Говорите. Есть в 12 томе. Нет. Нет. Это мне подарил архимандрит Арсений в Нью-Йорке. Это последнее издание, самое полное. Это не я делал, это несколько академий занимались. Духовные академии, Киевская, Московская, Санкт-Петербургская. Ну, насколько возможно. Почему они 12-й том разбили на 2 тома, как бы 13-й? Нет, моего там нет ни одной буквы. Это в таком виде издано последнее итальянское издание. А тем архимандрит Арсений Кондратюк подарил мне, и я его оттуда... Давай. Иоанна Златоуста, творение 12 томов. И 12-й том вместе с симфонией, он где-то 1300 страниц. И его поэтому издатели разбили на 2 тома. И получается 13 книг, но томов 12. Поэтому 5-й том нашли уже, может быть, века 2 назад. 4-й том нашли у армян, и вот так постепенно прибавлялось. То есть в разных народах сохранялись книги, а в остальных местах патрологии имени были утеряны. Патрология имени – это 300 томов. Двенадцатый том на две разбитые. 12-й том. Да. Да.
Но он говорит не однажды, в каком томе надо посмотреть. У него особенно много говорится в первом томе. Третий том – это его переписка. Четвертый том – Бытие. Пятый – Псалтырь толкует. Шестой и далее – каждый том. Деяния апостолов – девятый том. Ну, с Богом. Так, слушаю, говорите. Игнатий Тихонович, хочу сказать, что ведь монахи проповедовали, к примеру, преподобный Герман Аляскинский или святитель Николай Японский проповедовали слово. Андрей Рублев молча проповедовал своей иконописью, то есть те иконы, которые он... Подождите, подождите. Вера от слышания, а не от икон, не выдумывайте. Это уже мы придумаем, просто тянем за уши все. Вера от слышания. К римлянам, 10 глава, 17 стих. От слышания, а не от того, что видение. А вы на глаза перекидываете. Зачем это вы? Смеетесь просто, юродствуете. Теперь, а вы называете Антоний, Вениамин, Николай Японский. На одной руке поместить можем. Макарий Алтайский. Все. За 1000 лет в России 5 человек. Это еще нормально? 57 тысяч храмов было. Все запечатанное. Это не я говорю, это Феофан Затворник говорит. Еще поколение два, и православие в России исчезнет намертво. Если не изменить порядок преподавания и прочее. А его и не думали изменять, только хуже и хуже делают. Игнатий Тихонович, если напрямую понимать слова «вера от слышания», то да. Вот Иеремия и Иезекииль, пророки, или, к примеру, святой блаженный Симеон, вот, то неужели их действие не являлось проповедью, и то есть их действия, получается, тогда бессмысленные? Они не так говорили, и было, что... никто не принял. Они посылали его и говорили, иди, мы будем слушать. Он говорит, я пойду вопрошу Бога, но вы слушать не будете. И он 10 дней вопрошал, пришел, он говорит, это не Бог тебе сказал. И представь, идут в плен. Люди тащат там кусок хлеба дорогой, а он два булыжника взял, глиной обмазал, в котомку положил и несет. Для чего? Для чего такую дали идти пешком по пустыне? Все смеются над ним. Но когда пришли, раскинули шатры, и он тогда им землю там выделили где-то. И он тогда эти камни зарыл, говорит, на этом месте будет Вавилонский царь, от которого вы бежите. Тут шатер его будет стоять. Поняли? Теперь он закрывает лицо. Кирка разбивает комнату и вылазит в стену. Для чего? Показать, вот так и вы сломаете стену городскую и побежите. И вот как у меня глаза закрыты, царя ослепят. Сидеки будет слепой, глаза выжгут. Они на практике показывали это. Тут юродства не было. Они в вещах видимых, они были очень грубые, Златоуст говорит, и Бог так полагал им вещи видимые, чтобы они через это пришли. Он лежит, а что лежит? Не знаем, а что он лежит. Или, допустим, Хаш Мешех там... Назови сына, пять ему имен дается. А зачем? А как грабеж поспешает добыча. Для чего? Для того, чтобы знали, наступит время, Иерусалим будет разрушен. Это пророчество было, не юродство. Юродством никто не называет. Ни блаженный Феодорит, лучший толкователь Ветхого Завета, Иоанн Златоуст, никто не называет. А теперь говорите Симеон, да кто бы ни был. Они герои веры. При условии, что не было Христа. Прямое повеление. Сидите в Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Они не облеклись. Христос выгнал торгаша, они опять залезли. Ну и что, непонятно. Что это было юродство Христово. Дом мой, говорит, дома молитва наречется. Второй раз изгоняет. Дом мой вертепом разбойников сделали. И послушали, в каждом храме торгуют. Значит, Христос еще не дошел до сюда. Это бизнес церковный. Свечи чисто восковые. Вы на одной свечке не найдете чисто восковой. Мерзость. Считай, что Серафим Саровский говорил. Как это можно защищать? Это погрязнуть в этом беззаконии. Мы должны очищать церковь, а не загрязнять ее оправданиями. Это не поможет. Я прочитал 12:48 Евангелия от Иоанна. Христос говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Для меня это было откровение. В 62-м году. Если по нему Бог будет судить, все, мне ничего больше не надо. Мне нужно знать Евангелие и выполнить, чтобы иметь надежду на спасение. Больше не надо. Мне китайские законы не нужны. Мне нужен закон Христов. И я засел за него.
Нашел толкование, блаженного Феофилакта, просчитал Иоанна Златоуста, 12 томов на пленку насчитал, распространил по всей стране. 5 томов добротолюбия, я понял, меня Бог будет судить по Евангелию. Все. Летел ангел, нес вечное Евангелие. А все остальное это бредни пьяных старух, Златоуст говорит. Что вы, молодой человек, защищаете это? Да сохрани Бог. Мы же за каждое слово будем отвечать. Не буквально, буквально. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Ноги прекрасны, у священников профессиональная болезнь, лопаются вены, стоят на месте. Этого нет нигде. Это антиевангельское учение. Евангельское идите. Одно путешествие закончилось, Павел идет во второе, в третье, в четвертое. Притом все до одного апостола летели. Придумали миссионерские отделы. Нет отделов, это дьявол строит. По два, все, два. Туда два и туда два. Не заладилось у него с Варнавой. Избирает себе силу, а Варнава берет Марка. Опять по двое. Кирилл и Мефодий идут двое. Что, совсем ослепли? Нам что, Евангелие лишнее оказалось книгой? Забытой, заброшенной? Миленький. Даже в мыслях не имейте это, что это прообраз. Вышел сеятель сеять. Что сеять? Слово Божие. Кто сеет-то? Монастыри сеют. А мы молимся за весь мир. А я еще за воробьев молюсь. Мы молимся за весь мир, и за правителей, и за всех каждый день. Я только поминаю святых 75 каждый день, 75 10 раз в день. А что они чем хвалятся? Так мы работаем на работе. Они должны идти. Монастыри должны быть распущены все. Оставить только тех, которые ухаживают за больными. Учить проповедников и вести. Надо знать, как сектантов обратить. Я как-то на исповеди был у Кирилла, это Сергия Лавры. Очень известный такой. И он говорит, когда услышал, ну, люди приходят, говорят, сколько у меня людей пришло, люди из мира. Он говорит, если 10 еретиков, 12 еретиков придет, это апостол нашего времени. Я говорю, у меня 450 сразу пришло. Приходят, прилетают 32 человека. Это известно не где-то, у патриарха. И патриарх запрашивал, как это. Сидеть будешь, ничего не будет. У меня нет никакого образования, у меня есть любовь. Любовь к Богу и к Слову Его. Меня никто не посылал, а все архиереи благословляют на проповедь. Я приезжаю в Америку, со мной садится епископ, и мы едем к сектантам. Почему? Бог. Бог. И поэтому Бог просвещает тьму. Защищать антиевангельский путь. Значит, за это придется ответить. Ответить. Даже единое слово, прийти сказано мимо, не пройдет. А это... Идите по всему миру, идите, это никто не отменял. Идите! Читаем Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. А рассеявшиеся ходили и благовествовали. Иоанн Златоуст говорит, самое сильное гонение было в Иерусалиме. Апостолы сидели там, жены, дети, все пошли. И поэтому, как костер разбросать искры, бы так загорелась вселенная вся. А ты никому не говори. У меня брат поехал сейчас на Афон. Дорогой нельзя говорить. В келье нельзя. Выйти на скамейке поговорить нельзя, днем нельзя, ночью нельзя. Совершенно онемели. Да какое это учение-то? Как люди-то уверуют? Как? Случайно оброненное слово, и человек обращается. Мне вот сегодня один священник, не очень ко мне расположенный, и он говорит, ко мне пришла женщина, она через ваши ресурсы пришла из баптистов. Ну и я ее направляю туда-то, туда-то. Это не один, не два. Сейчас доктор богословия, профессор там академии, Бочков Павел пишет и обо мне упоминает. Там могут воспринимать Игнатия по-разному. Но тысячи людей куда вы денете? Одного священника спрашивает, а кто он такой Игнатий? Он говорит, куда он людей-то приводит? Да куда? Всех в патриархию. А что вам еще надо? У меня ни один никуда не идет. Только в патриархию. Московскую. В самом начале нашего разговора я сказал, что к вам... То есть я об этом упоминал, о том, что все, кого вы учите, они идут как раз в православие и становятся проповедниками. Я сейчас говорю о ином, о том, что есть категория людей, которые, ну вот, если даже вспомнить общение Моисея с Богом, он сказал, я не смогу общаться с народом. И тогда Бог дал ему Аарона и сделал устами Моисея. То есть в целом, неужели монах, который пишет свои труды,
То есть проповедник, многие же проповедники, они могут использовать не только библейские цитаты, но и труды того же Андрея Рублева, то есть его картины привлекать красотой символизма в той же Троице Андрея Рублева и так далее. То есть, и, между прочим, монашеский путь – это еще как бы дается пример очень высокого нравственного критерия для каждого человека. И если вспомнить самого Христа, который гулял по пустыне, скитался по пустыне 40 дней, то если Бога человек 40 дней скитался, то неужели обычный человек с немощами, который хочет прийти к вере, неужели 40 дней ему будет достаточно? То есть вот эти 40 дней Христос не проповедовал. То есть вот я не за то, чтобы все вдруг стали монахами. Понятно, что тогда у нас церковь умрет и что проповедники нужны. Но я хочу сказать, что есть и талантливые монахи, пускай хоть в каком-то процентном соотношении. Подождите минутку. Братья с благовестия пришли. Ходят, Евангелие раздают, беседуют с людьми. В общем, вот это я и хотел сказать. О том, что монахи тоже делают полезный труд во имя церкви. То есть... Так я вам ответил, к этому теме уже не возвращаемся. Тут будет спор. Я не спорю. Спорит, кто ничего не знает. Я кто понял. Знает, он возвещает истину. Я хорошо ответил, все. Хорошо. Монашество... антиевангельское учение, четко и ясно, в том виде, в котором оно осталось. Я за монашество, чтобы люди были одинокие и шли, проповедовали, докармливали проповедников, старых, вот в этом плане. Я за монашество, за, но не в этом виде. Они должны идти благовествовать, другого пути нету. Православия-то нет никакого уже, один обман. И поэтому патриарх Кирилл сейчас выходит и выходите на перепутье дорог. Храмы были полные, никого нету. Вы привыкли, чтобы к вам приходили в храм. Идите, идите. Он постоянно говорит, патриарх, никто не идет. Не думайте, что я сказал, отошел, больше не будет. А он ничего не сделает. Не сделает. Самому надо идти. Идти от двора к двору. Мы только в окрестности прошли 30 тысяч домов. Да кому-то, кого там, мизенькая какая-то группка-то. 30 тысяч Евангелия раздали. А попы Евангелия собирали и жгли в церковной ограде. Враги истины. Вот какой случай это был. Это не... говорить даже страшно. Игнатий Тихонович, я согласен, что как бы... ну, учитывая ваш опыт и то, что вы приводите людей к православию, все-таки не очень правильно было поступать к вам с этой стороны. Я вам тоже уже приводил цитаты от того, что люди часто как бы мешают, наоборот, проповеди Евангелия и как бы завидуют хорошему. Вот. Вы... Иван, у нас тут приехал наш митрополит зарубежный, митрополит и местные патриарши. И вот они разговаривают между собой-то. И наш митрополит этот, ну, патриарший, Сергий-то. И этому говорит, вот на Игнатия всяко говорят. А почему говорят? Потому что завидуют. А почему завидуют? Потому что сами ничего делать не умеют. Вот и весь ответ. Ну, что тут доказывать-то? Вот приезжает митрополит. Представьте, митрополит, а я-то чтец всего. И он меня просто, скажи проповедь во время литургии, скажи, просит. Часто ли бывает, что мирянина митрополит просил? Так это не один епископ. Это где бы я ни был, просит. Почему? Бог. Это Бог делает. Представь себе. И что он слышит? Новое? Да, новое. Я, говорит, нигде этого не слышал, не считал. Вот я насчитал Златоуста. А архиерей, а там митрополит потом Гедеон был он. Я, говорит, хожу в ограде-то, отдыхаю и слушаю. Я что ли три или что ли том он прослушал за зиму. Я, говорит, это за всю жизнь не просчитал. Сколько благодарности. Почему? Живая вера, она трогает людей. Сегодня говорить о православии, это сумасшедшим считают. Но это труп, выброшенный на сиденье падали всякой. А я говорю об этом и показываю. Православие – это чистота, это широта, широта взглядов, это целомудрие. Его надо показать.
от ненужного очистить, а ненужное все, что не евангельское. Тебе нравится монашество, иди, засохни и молчи. И Андрей Кураев говорит, ты не знаешь, что такое монашество. Вот, говорит, ножницы. Теперь ты должен мне ползти ползком в храме и подавать. Я тебе говорю, имущества у тебя нет. Я на тебя плевать буду, на любую работу посылать. И выгоню тебе, никакой гарантии не дам, рубля не дам, и ты не имеешь права жаловаться. Давай ножницы сюда. Ты не знаешь, что ты защищаешь. Ты просто не знаешь. Я знаю эти уставы, издавал отдельно, занимался древними уставами. Их выговорить нельзя. И все это опубликовал 7-8 том «Открытым оком». И все замолкло. Мои книги брали на исследование где-то, Почаева, Дворкину отдельно, Сергиева Лавра, разные епархии. За 14 лет ни звука никто не издал. Нигде. Почему? А что они скажут? Они даже выйти и сказать, мы антихристы. Антихристы. Что, они самоубийцы, что ли? Я показываю живое слово. И как оно рождает новые души. Сколько из сектантов у меня в доме пришли, стали священниками патриархийными. И не худшими, а лучшими. Я буду называть имена, магистры богословия и прочее. И они это везде подчеркивают. На днях выступил Головин Владимир, знаете, может, в городе Болгар. И он обо мне там отзывается в столь возвышенном тоне, я никогда с ним не встречался. И он просто замер, у меня ничего этого нет, как я могу? И, ну, его везде разнесли это. В другом месте там Олег Стеняев говорит, он тоже в чем-то не согласен, он приезжал, у меня здесь был, я у него в больнице был. Игнатий необыкновенно продуктивный миссионер, что совершенно не поддающиеся люди и вдруг делаются православными. Я таким не считаю. Андрей Кураев меня считает самым важным, знаменитым. А я никто. Я знаю Бог. И сеющий, поливающий ничто. Чем я кичился бы, гордился? У меня ни образования, ничего нету. Но я ежедневно знаю. Прямая связь. Больше ничего. Молитва и Слово Божие. А за это никто никогда не упрекнет. Выйди, набери время, не меньше 7 раз по 100 поклонов. Не меньше 7 раз, 3 святым. И ты увидишь, как жизнь меняется. Вот они, люди, живут. Как их обратить? Пьянь. Никак, молитвой. Молитвой и Словом Божиим. О, так, у нас... Так, еще что у вас? Ладно. Так, у нас начинается занятие сейчас через 7 минут по скайпу. Вы можете участвовать в нем. Я хотел следующий вопрос задать. Каково истинно православное понимание жертвы Христа? Юридическое, католическое. Я вам отвечу одним словом. Вот Кураев и Осипов пишут о нравственном и ссылаются... Я говорю юридически, я ответил вам. Юридическое – это свойство Божие. Грех обладает силой притяжения. Возмездие за грех – смерть. И поэтому Сын Божий взял на себя грехи, чтобы искупить. Юридическое, единственно верное. Когда говорят, а Дух Святой от Отца или от Сына? Я православный говорю, от Отца. А Сына, половина святых отцов понимали так. Чего тут мудрить-то? Когда Писание говорит в одном месте, умолю Отца пошлет, а в другом месте я пошлю. Да, у меня, кстати, был этот вопрос, что я пошлю. И получается, что Филиоквы неужели как бы является верной вставкой? Верный, верный. Филиоквы – это верный. Но изменять нельзя, потому что уже принято было и сказано не добавлять. У меня очень простая позиция. Я нигде против не говорю. Но я имею свое мнение. Посты наши не евангельские. Ни одного нету. Кроме 69-е правило апостольское. Это 40-е, среда, пятница. Но я православный. И строжайше выполняем. Растительного масла даже нет для детей в лагере в те дни. Я православный. По боку все мои рассуждения. Теперь я молюсь об том, чтобы посты соблюдать с любовью. Дай мне любовь, и Бог мне это дал. У меня очень простая позиция – работать. Хорошо, Игнатий Тихонович, можно сейчас тогда короткий вопрос? Давай, коротко, быстро, а то сейчас у нас занятие начинается, меня уже вызывают. По скайпу разговор идет. Хотя бы процитирую, и тогда давайте попрощаюсь. Да-да, пожалуйста. Значит, это цитата Осипова. Она аналогичная у Кураева, но я читаю Осипова некогда, потому что Афанасий Великий пишет, что единородный сделался человеком, чтобы в себе самом исправить себя. Григорий Ниский пишет, ибо восприняв себя, нашу нечистоту, сам он не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту. Брянчанинов пишет, искуплением
обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собой и в себе. Вы слышите, о чем речь? Не в нас, подчеркивает, в себе. Иоанн Дамаскин пишет, он пострадал для того, чтобы через себя и в себе воспринять бывшее по образу и подобию. Значит, и также ссылается на Библию. Вождя спасения их совершил через страдания евреев 2.10. То есть здесь речь идет о том, что Христос себе восстанавливает... Да нельзя восстанавливать, он мертвый. Не надо глупостями заниматься. Сын мой был мертвый, я жил. К Ефесянам 2.5. И нас мертвых по преступлениям оживотворил. Вот восполнение накручивают святые отцы. Совершенно неправильное рассуждение. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Человека нельзя реставрировать, он мертвый. Мертвый, его нельзя обновлять. О чем вы судите? Сын мой был мертвый, я жил мертвый, мертвый. Считайте 15 главу Евангелия от Луки. Что тут мудрить-то, когда просто и понятно. Человек умер, его нету. Его нельзя обновлять. Знаете, Тихонович, я не мудрю, я ссылаюсь сейчас на двух богословов, на Кураева. Я отвечаю, это выдержки из-за богословов, которые надо еще совместить, что впереди говорят. Просто я вам отвечаю. Человек мертвый. Его нельзя реформировать. Он мертвый. Надо, чтобы этот грех кто-то взял на себя, ответил. Возмездие за грех смерть. Это свойство Божие. Бог не может прощать грехи. Это не его свойство. Он не может сам себя отречься-то. Вы рассуждаете, а совершенно не по Писанию. Нельзя это делать. Сын Божий пришел, чтобы умереть вместо меня. Это мой заместитель. Он взял грехи мои, мои Златоуст, говорит, усвой это. Не просто грехи мира. Все, вопрос снят. И следующий вопрос. У вас есть еще время? 3 минуты. Хорошо. Мне стучат уже все. Пожалуйста, если... крещение – это прощение грехов, это деяние 22.16, да. Говорят, и символ веры. Да. То в чем смысл таинств исповеди и причастия? То есть крещение омывает будущие грехи? Или не омывает, только те, которые были до этого. В момент крещения на этот день. И в этот день новые грехи, которые к крещению уже не попадают. А причастие для жизни дается, не для прощения грехов. Этого нигде нет. Кровь Христа на Голгофе дает... прощение. Без пролития крови нет прощения грехов. А сегодня Голгофу затолкали в чашу. Это абсолютно ложное понимание. Друг у друга, говорит, лжепророки воруют слова. Вкратце объясните, в чем правильное, вот в чем смысл. Правильное в том, что когда мы приобщаемся тело и крови Христовой, Христос обновляет, дает жизнь, как древо жизни, Иоанн Златоуст говорит. Древо. И когда вкушал человек, жизнь его продлялась. В причащении нет прощения. На исповедь, когда идем, тут прощение. Священник говорит, властью данной не от Бога, да разрешишься. Все, а теперь я принимаю в себя жизнь Христа. То есть исповедь – это все грехи, которые были после крещения. Властью данной не от Бога, властью, которую имеют только священники. Без этих священных рук нет прощения грехов, говорит Златоуст. Это раз и навсегда надо запомнить. Никакой баптист никто не может простить, только если связь есть с апостольскими временами. Игнатий Тихонович, я знаю, говорится с возложением рук священства в Библии, да. Напрямую. Да. Послание Тимофею, по-моему, это... У вас на всех ваших диспутах, я вот не помню, вы на это ссылались или нет, они спорят, протестанты, говорят, что... Христос священник, ну Христос-то назван первосвященником. Мы не будем времени, давайте дальше, потому что сейчас я заканчиваю уже. Вот, тогда каким образом спас благоразумный разбойник? До сотворения еще церкви, до создания, создам церковь мою, врата на не дали ее. Господь спасает его верою, в которой он проявил. А дальше уже входит церковь, когда церковь была образована в день Пятидесятницы. То разбойник никакое препятствие нам не создает. Мы в это состояние не попадем. Это до создания церкви. И Господь силен это сделать. Он меняет иногда два места. Покайтесь и крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, 2.38, получит дар Святого Духа. А когда нужно было принять, сначала Духа Святого получали. Почему? Чтобы доказать, что можно принять. В доме Корнилия так было. Бог властен это сделать. Вот, но общий порядок указан.
Мы исповедоваться должны во всех грехах или только в тех грехах, которые были после принятия крещения? После принятия крещения. Только в этих, да? Да. А когда ты причащался и после этого не было, в этом не исповедуешься. Они прощены. Зачем тебе трепать это? Господь говорит, возьму грехи ваши и брошу за хребет. И не вспомяну даже. Получается, крещение крещение прощает грехи, исповедь как профилактика. Нет такого слова профилактика, я не говорил это. Исповедь – это прощение грехов. Священник разрешает от грехов, чтобы я завтра мог причаститься жизни вечной. Я понял, то есть священник, ведь исповедь, она и перед крещением… Так, все, я отхожу. Ага. Приготовься в следующий раз, когда-нибудь, не раньше, чем через месяц. Все, заходите хорошо. С нами на занятия. Все, ладно, с Богом. Вы выложите? Да, потому что все, уже у нас занятия начинаются. Ладно, до свидания, рад храни, до свидания, храни Господь вас. Отключайтесь.